Шон Помренке берет все в свои руки. Юго-восточный ветер 6-8 метров в секунду. Но Шон готовится к погружению. Повеселись там. Нам нужно взбодриться, да? Небольшое купание. Да будь я проклят, если позволю буре остановить нас. Финишная прямая, время выходит, пора вкалывать. Нам нужно золото. Будущее КР зависит от этой скважины. Надеюсь, у меня хорошее предчувствие. Хорошо. Опускаюсь. Надеюсь, найду золото. Где ты прячешься? Тебе нужно найти крупную жилу, и тогда мы привезем сюда Кристин Роуз. Пойду к берегу. Посмотрю, что там. Ты помнишь, что сильный юго-восточный ветер поднимает волны? Если поднимутся волны, лед отнесет от берега. Прямо в открытое Беринговое море. В этом случае всему конец. Иногда нужно рисковать. Думаю, я готов рискнуть. А ты? Без риска нет славы. Все не так уж и плохо. Вижу неплохую жилу. Слышу в голосе энтузиазм. Примечательная жила. 8 граммов в час. Да, 8 в час. 8 с 15-сантиметровым забором, а на Кристин Роуз... 30 граммов или больше. Больше золота. Возможно, в этой скважине 30 килограммов золота. Да, он продолжает искать. Молодец, я им горжусь. Горжусь. Да, вот оно. Самородки. Танец старателя. Танец старателя? Мы тебя не видим. Да, я танцую. Да! Да, наконец-то хоть какая-то отдача. Я вами горжусь. Это большой труд. Очень. На всех уровнях. Погружение, передвижение, создание скважин. Большой труд.